Привет, ребят! Я бы вас еще раз хотела пригласить на марафон по депривации сна. Я немного пересмотрела этот марафон и поняла, что этот марафон далеко не для всех. Поэтому я его буду делать либо в индивидуальном порядке, либо будет группа максимум до 3 человек. Почему так? Потому что там у нас будет не просто рассказы, как я это вижу, как я это чувствую, про что я говорю. Но и, конечно же, там у нас будут практики. Практики достаточно серьезные, практики те, которые вам позволят быть абсолютно иным человеком, делать те вещи, о которых вы раньше даже не предполагали. Да, это действительно глубокий марафон, глубокие познания, с которыми я готова делиться с вами. Но вы должны очень четко понимать и осознавать, что там будет та информация, которую вы уже никогда не сможете забыть, которую вы уже никогда не сможете игнорировать, которая очень плотно войдет в вашу жизнь, если вы готовы максимально измениться. Я вас жду.